Здравствуйте всем! Состояние ушных мышц очень важно для лифтинга нашего лица. Чтобы наши уши были молодыми и красивыми, начнем массаж. Массируем область возле ушей, за ушами. Ставим пальцы вилкой, продолжаем энергично массировать ушные мышцы до ощущения тепла. Тщательно прощипываем всю ушную раковину по всей окружности. Это зоны биологически активных точек. Вставляем большие пальцы в слуховой проход и подтягиваем уши вверх. Это очень полезно и для слуха. Тянем и расслабляем. Затем подтягиваем уши в стороны вверх, по диагонали. Чувствуем, как подтягивается внутренняя часть уха. Указательными пальцами направляем уши в стороны назад, вниз по диагонали. Прижимаем уши к голове, прикрыв ладонями. Отпускаем, прижимаем, отпускаем, прижимаем. Внимание! Это упражнение нельзя делать людям, у кого повреждена барабанная перепонка. Дальше массируем внутреннее ухо. Прижав ладони к ушам, стучим пальцами по затылочной области. Звук ощущается довольно громким. Воздействие на внутреннее ухо очень полезно. А сейчас мы займемся естественной подтяжкой лица, пытаясь расшевелить наши уши. Для начала мы ставим пальцы перед козелком уха. Нажимаем, подтягивая уши в стороны вверх. Отпускаем. Нажимаем, отпускаем. Затем ставим пальцы над ушами. Вы можете почувствовать две ямочки. Это и есть место прикрепления верхней мышцы уха. Нажимаем и отпускаем. Нам надо разбудить верхние мышцы уха, чтобы подтянуть овал лица. Теперь задние мышцы уха. Находим ямочку сзади уха. Нажимаем и отпускаем. Ушами помогаем пальцам задавать направление вверх. Создаем уши шевеление. Заставляя двигаться наши уши, мы обеспечиваем лифтинг нашего лица.